То, что больше похоже на роковый концерт, на самом деле репетиция «Легенды о Тиле». Новый современный спектакль для взрослых в репертуаре театра «Кукол» по пьесе Григория Горина. Отец! Успел все-таки, чертенок! А я думал, он не простился. За что они тебя, отец? Трэш и фантасмагория. Вот и сам Тиль в исполнении Константина Михрякова. Сначала уволень и шут, потом герой своего народа, который в лицо власть имущих не боится сказать правду и даже спеть. Вообще роль в данном случае получается очень сложная, именно технически, потому что мне приходится много петь. Вот, петь современные песни. Это заранее записывается все. Все будет живьем. В спектакле задействована не только вся труппа, 20 человек, но и машинисты, рабочие сцены. Максимум напряжения, отдельная история костюмы, превращение, мертвая голова и спецэффекты. Все это заслуга приглашенного художника-постановщика Анны Репиной из Сыктывкара. Челюсти! Челюсти двигаются, пожалуйста. Ну вот там человек спрятан у нас, да. Володя, ты там? Я везде. Там рука и голова, и корпус актера. Можешь, слушай, покрути, пожалуйста, по оси головы. Это Таня. Было эффектно. Грустно, Владимир. Вот это, что да, ли? Да, да. Вот так вот. Сейчас в бутафорском цехе идут последние подготовительные работы. Собирают порог в чистом виде. Вот мобильный паук с лапами на колесиках, проститутки и сама необъятная хозяйка борделя. Одно платье чего стоит. Так что все эффекты будут видны издалека. Один вопрос – когда? Мы чуть ли не впервые за много-много десятилетий имеем возможность полноценно вот так вот, не отрываясь от материала, репетировать. Когда это с прокатом запряжено, понятно, что мне приходится как-то так лавировать, да, во всем этом. А сейчас мы так отдались процессу. Мы приходим там часам к 10 и весь день до 6, до 7, там, насколько у нас физических сил хватает, мы репетируем целыми днями. Пока вопрос о дате премьеры «Легенды о Тиле» остается открытым, к новому сезону в Театре кукол уже готовы 4 новых постановки. 3 из них для взрослых. Елена Керн, Юрий Егоров, новости. Так, мы что тогда? Спускаем его вниз? Очень жизненно. Получается. Пока страшного сна.